Судья из Восточной Европы в Международном уголовном суде Анита Ушацка в Одессе впервые. Признается, самое большое впечатление на нее произвела юракадемия. Анита Ушацка в рамках научной конференции поделилась своим опытом со студентами университета. Это очень важное событие в стенах юридической академии, потому что это очень важная тема международного уголовного права, особенно в наше время, когда происходит столько конфликтов в мире и очень близко от нас в Европе. И поэтому вот такая конференция, она показывает особенно интерес также молодых юристов об этих темах. Анита Ушацка – профессор права. Она издала множество научных трудов о конституционном, административном и международном праве. Ее коллега Питер Вилкицкий также известен не только практической, но и своей профессорской деятельностью. Did not only invite, so to say, international experts, but also domestic experts in the field of international criminal law. And I must say, I learned a lot from the discussion, from the presentations, especially by the Ukrainian presenters. I think it's extremely important to come together, not only in Germany, in your own country, not only in the EU, but also in a broader Europe. And I think Odessa and Ukraine has a crucial role in these questions. На конференции представили 9 презентаций. Особенно важными были темы статута Международного уголовного суда и взаимодействия национального права с международным. После встречи со студентами иностранные гости встретились и поделились своими впечатлениями с президентом Юракадемии Сергеем Киваловым. Народный депутат Украины ранее посещал Международный уголовный суд, а первый председатель суда Филипп Кирш 10 лет назад стал почетным доктором honoris causa Национального университета Одесской юридической академия. Он 10 лет назад приезжал сюда, читал лекции, он встречался со студентами, с преподавателями, он выступал и на кафедре уголовного права. В общем, мы его принимали, и ему очень нравился наш университет. Молодой, динамично развивающийся. И он приехал в Одессу, а потом после Одессы поехал в Киев и встречался с президентом Украины. И все думали, почему Одесса нарушила протокол. Вначале с президентом Украины нужно, а потом университет. Но он выбирал сам. Одесская юракадемия тесно связана с Международным уголовным судом еще и потому, что ежегодно студенты вуза стажируются в Гааге. Такое сотрудничество университета с международными коллегами указывает на стремление украинских специалистов к европейским стандартам. Я всегда выступал за то, чтобы Украина присоединилась к Римскому статуту. Я вносил законопроект, связанный с иммунитетом судей Международного уголовного суда, потому что в то время нельзя было присоединиться к Римскому статуту, это 10 лет назад. И поэтому был внесен вот такой законопроект. Сергей Кивалов также отметил, что будет и в дальнейшем выступать с инициативой внесения изменений в действующее законодательство о присоединении Украины к Римскому статуту.